давайте попробуем записать звук в режиме быстрой записи аудиофайла. Для этого я заранее подобрал звук, метроном, темп, в котором я планирую записать. Эта функция создана для быстрой записи музыкальной идеи. Записанный файл автоматически сохраняется в память синтезатора. Встроенный проигрыватель имеет две функции. Одна из них – это проигрывание аудиофайлов. Вторая функция – это проигрывание MIDI, караоке файлов. Давайте послушаем запись. Проигрывание файла можно поставить на луп. Также есть изменение высоты и изменение скорости. Если вы загрузили песню, то вы можете убрать из него вокал. Проще говоря, включить режим караоке. Теперь переименуем файл и сохраним на флешку. Загрузим наш файл в компьютер и откроем его в аудиоредакторе. Файл записан в формате WAV 44:16 бит. Отлично. Запись в режиме MIDI. В режиме MIDI запись начинается, как только вы начинаете играть. Такой функции в режиме записи аудио нет. Там сначала нужно нажать на запись, а потом начинать играть. Теперь переименуем файл и сохраним ее на флешку. Thank you.
загрузим наш файл в компьютер и откроем его в аудиоредакторе. Подберем похожий звук из виртуального синтезатора и послушаем, что получается.